Всем привет! 9 февраля стартует зимняя Олимпиада. Был оглашен список сборной России на этот турнир. Если вы его еще не знаете, давайте вместе и посмотрим. Мною было посчитано, что от СКА будет участвовать в этом турнире 15 хоккеистов. Да, питерцы очень круто провели регулярный сезон, установив по ходу несколько рекордных серий и заранее выиграв регулярку. Поэтому костяк сборной состоит из хоккеистов СКА. К тому же главный тренер сборной Знарок знает этих хоккеистов на зубок. По совместительству он тренер из СКА. От ЦСКА будет 8 хоккеистов, а от Металлурга 2. Всего 25, и все играют в КХЛ. НХЛовцев здесь не будет. Из этих 25 хоккеистов только у 3 есть опыт игры на Олимпиаде. Итак, по традиции это 3 вратаря. Игорь Шестеркин – СКА, Илья Сорокин – ЦСКА и Василий Кошечкин – Металлург, который очень хорошо отыграл на Еврохоккей-туре. У всех 3 вратарей более 93% отраженных бросков в КХЛ. Помогать им будет Богдан Киселевич, ЦСКА, у него показатель полезности плюс 21. Никита Нестеров, ЦСКА, Вячеслав Воинов, СКА, у него набрано 23 очка по системе гол плюс пас, и у него есть опыт игры на Олимпиаде в Сочи. А также это Владислав Гавриков из СКА, у него показатель полезности плюс 20 в КХЛ. Андрей Зубарь, Динар Хафизулин, Артем Зуб, все тоже из СКА, и Алексей Марченко из ЦСКА. А теперь форварды, их 14, Павел Дацук, СКА. Он второй в этом составе, у кого есть опыт игры на Олимпиаде. Кроме того, она станет для него 5-й. Илья Ковальчук из СКА, 63 очка он набрал в КХЛ на данный момент, и для него эта Олимпиада тоже станет 5-й. Ну куда же ехать без опытных игроков? А также в состав сборной на Олимпиаду попали Сергей Андронов и Иван Телегин из ЦСКА. Никита Гусев из СКА, у него набрано в КХЛ на 1 очко меньше, чем у Ковальчука, а именно 62. Сергей Калинин и Вадим Шипачев тоже из СКА, Михаил Григоренко ЦСКА, Александр Барабанов СКА, Сергей Широков СКА, у него 41 очко по системе гол плюс пас, Николай Прохоркин и Илья Каблуков тоже из СКА. 36-летний форвард Металлурга Сергей Мазякин впервые, несмотря на свой возраст, поедет на Олимпиаду. А также на Олимпиаду поедет и 20-летний форвард ЦСКА Кирилл Капризов, у него набрано 40 очков по системе гол плюс пас в этом сезоне. Но до 14 февраля еще можно этот состав подкорректировать, поэтому в резерве будет Никита Трямкин, Егор Яковлев и Владимир Ткачев. Напомню, что на Олимпиаду не поедут такие хоккеисты, как Сергей Плотников, Валерий Нечушкин, Антон Белов, Шумаков, Шалунов и другие. Последние результаты КХЛ узнаете уже из следующего ролика, а также смотрите расписание хоккейного турнира на зимнюю Олимпиаду. Услышимся!